Здравствуйте, меня зовут девчонка Изабелла. Зимой мы родители купили яхту, и с тех пор наша жизнь круто изменилась. Наша семья состоит из 4 человек. Мама, папа, я и мой младший братик Олежка. Наша яхта стоит на Пироговском водохранилище в Ореховой бухте. Сейчас я вам ее покажу. Он сказал, что они открыты, но надо прийти через 15 минут. Это наша яхта под названием «Авось». Перед выходом под парусом нужно обязательно надеть спасательный жилет. Еще нужно помыть яхту. Вот, это называется кранцы. Они защищают лодку от ударов о пирс. Сейчас мы с папой будем ставить парус. Ты же матрасом хочешь стать? Да. Правила? Да. Правила? Ага. Давай. Давно. Я засовываю лик трос в лик пас. Сейчас мы выходим из Ореховой бухты в Пироговское водохранилище. Заглушили мотор. Сейчас будем ставить парус. Паруса распущены. Ловим ветер! Управлять парусом нужно всегда в перчатках, чтобы веревка не натерла руки. На яхте всегда нужно слушаться капитана и выполнять его указания. Сейчас мы возвращаемся в Ореховую бухту. Теперь проводим каждые выходные, и мне это очень нравится. С вами была девчонка Изабелла из Ореховой бухты. До свидания!